Официальная ледовая переправа через реку Абакан в районе сел Харачул и Арбаты в Таштыпском районе этой зимой вновь работать не будет. Об этом официально заявили в Минтрансе республики. Лед еще недостаточно прочный. И, кроме того, организация дороги через реку нерентабельна. Наступившая зима станет уже третьей подряд, когда переправа не действует. В прежние же годы она открывалась в декабре, закрывалась в марте. По льду жители сел Кирова и Харачул добирались на противоположный берег, в Арбаты. Там работают магазины и медпункт. Но и без ледовой дороги от внешнего мира сельчане отрезанными не окажутся. Через Харачул дважды в день проходит электричка Аскиса-База. Вагон лишь один, но этого достаточно, чтобы обеспечить транспортной доступностью всех нуждающихся в этом местных жителей. Ходит электропоезд регулярно, без перебоев, круглый год. Кроме того, сейчас завершается строительство гравийной дороги Харачул-Чиланы. Ее протяженность почти 22 километра. Этот путь ведет к автотрассе Аскис-Таштыпа-База, а значит, по нему люди смогут добраться в райцентр. Правда, пока сделать это можно только на личном транспорте, пассажирский еще не запущен.